Полицейский на мотоцикле Харли Дэвидсон перевозит заключенного, 1921 год. 22-летняя Шерли Слейд, пилот военно-воздушных сил США, 1943 год. До изобретения радаров для обнаружения самолетов использовали вот такие устройства. Счастливая обладательница радиошляпы. Такой аппарат улавливал частоты станций в радиусе 32 километра, был доступен в 8 цветах. В 1925 году Coca-Cola выпустила сувенирный брелок в форме свастики. До появления нацистов свастика символизировала удачу. Татуированная цирковая семья, мать и дети, 1965 год. Переносные кабины для переодевания на публичном пляже, 1938. Замена лампочек уличных фонарей, США, 1910.